2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году в целях привлечения внимания к проблемам детей, страдающих этим заболеванием. В Славянском районе в преддверии этой даты уже стала доброй традицией организовывать праздник «Лучики добра». Проводится он, чтобы помочь особенным детям лучше социализироваться в обществе, подарить им возможность пообщаться со своими сверстниками, ну и, конечно же, весело и интересно провести время. Участников праздника развлекали всеми любимые мультперсонажи, фиксики и миньоны. Также работали творческие площадки, например, «Живой уголок», где ребята могли пообщаться с забавными зверушками. Наиболее ярким, вызвавшим восторг у детей, стало шоу мыльных пузырей. Ребята с удовольствием участвовали во всех конкурсах и играх, танцевали и пели вместе с воспитанниками отделения «Жар-птица», подготовивших концерт. В конце праздника всех участников угостили сладкими подарками. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».